Эй, друзья, всем море привета, всем БГГшечки Нептуна здесь, это рубрика ФНАФ Пародии. Хотя эта игрушка не совсем ФНАФ Пародия, но все же это же краткий. Мы все знаем замечательный Три ночи с кратким от разработчика Кинопленка, и конечно же мы все ждем вторую часть ночи с кратким. И видимо, чтобы нам не было скучно, разработчик выпускает вот такую вот маленькую игрушку. Краткий, жуткая дорога. Ссылочка на скачку игрушки, если что, в описании. Причем эта игрушка приурочена именно к Хэллоуину. Я немножко с опозданием это делаю, но все же делаю. Хэллоуин был совсем недавно, здесь тематика Хэллоуина. Игра очень напоминает мини-игру про краткого, помните, которая была в оригинальных трех ночах? Там мы бегали с видом сверху, что-то там прыгали, что-то собирали, и графика была такая вот игровая, именно вот игровая, как будто на старых приставках. Ну или на старых игровых автоматах. Здесь же закос идет на первый PlayStation, как мне сказали разработчики, поэтому давайте поиграем, посмотрим. Смотри, какая классная графика, да? Ну, балдёж же! Краткий, это вам не просто, знаете, он нарисованный, а 2D-персонаж. Здесь он полноценная модель. Сделанная. Объемная, классные тыквы, жуткое небо, какой-то жуткий дом на заднем плане с горящим окошечком. Блин, ну, Хэллоуин прям чувствуется, да? Давайте поиграем. Играть. Управление понятно, зых, взаимодействие, эй, бить по щам. Краткий бьет по щам всех вокруг. Замечательная игра, погнали. Сюжет тут есть вообще? А, есть сюжет, смотрите. Ночь Хэллоуина. Время, когда все страхи оживают. И даже это время собирать конфеты. Также. Конечно, сладость или гадость. А вот и наш герой краткий, счастливый, пошел прогуляться в эту жуткую ночь. И, очевидно, собрать конфетки, правильно? О, нет! Произошла беда. Все конфеты растерялись по дороге. Боже, какой ты неуклюжий, краткий. Надо было крепче держать. Вот взял и растерял все конфеты. Балдеж. В кавычках. Помоги краткому собрать все конфеты, но будь осторожен, на твоем пути могут встретиться жуткие скелеты. Уверен, несколько конфет они припрятали себе. Собирай кексы, чтобы восстановить жизни. Удачи. Спасибо. Ну, давайте поиграем. Посмотрим, насколько мне хватит. Летучие мыши, понятно. Жуткие могилы, кладбище. А еще тыквы и жуткое пугало с головой тыквы. Ну же круто, да? А мы играем за краткого. У нас пока что две конфетки. Ну, музыка такая, знаете, такая вот... Вот, вот реально, как будто бы на старых играх, на старых консолях, или, либо на аркадных автоматах. Кто это был? Там кто-то пробежал, эй. Эй, выходи, выходи. Так, ладно. Это мы сражаемся, да? То есть на А. Рука, рука, нога. Балдеж. У меня просто Джеки Чан какой-то. Погнали. Так, я вроде ничего не пропустил, да? Конфеты есть. Конфеты забираем. Мои конфеты. Музей? В этом жутком месте, где могилки, кладбище, жуткие деревья, скелеты ходят. Еще и музей есть. Замечательно. Дети, пойдемте в музей. Ну, только не переживайте по поводу скелетов. На. Ну, а почему? Ну, блин. Фига его ушатал. Жестко. Кстати, вон там еще конфетка за деревом. Так. Скелет. Привет. Можно ходить, короче, влево-вправо, вверх-вниз, а еще и по диагонали. Круто. И можно прям по щам давать. Но, я учился у Джеки Чана. Я учился у Ван Дамма. Мои мега-суперкрутые приемы. О них ходят легенды. Я мега-боевой краткий. Ай, скелет не заметил я его. Тихо. Эй, падла, иди сюда. Ну, получай. Дыщ. Избиение младенцев началось. Это что? Что это? Похоже на пушку, да? А, это... Подожди. Может использовать? Так. А, да. Это можно себя в пушку запиндюрить и шмалять. Балдеж. Та-дам-па-пам. Лучшие цирковые номера. Эй, меня задели. Раздраконим. Эй, скелетик. Ну, а получай по щам. Так, говорят, что кексы, по идее, восстанавливают здоровье. Вот кексик. Да, теперь три. Три — это максимальное, вроде как. Здоровье у меня. Офигеть, уже 29, уже 30 монет насобирали. Так, обретным. И вуаля. Та-да-па-пам. Идеальное завершение. Пируэты.
еще больше конфет. О, ворон появились какие-то странные. Ну ты. На, получи. Прям за забора ему по щам надавал. Эй, ворона. Каркуша. Она ничего не хочет мне говорить, кстати. Она там что-то типа каркает. На, получи, по щам. Задел, в смысле? Нечаянно получилось, неловко. Но это странно, потому что я немножко развернулся. Так, это труба обратно. Ну, не труба это. Пушка обратно мне несет. Вот еще скелеты и еще конфетки. Уже 44, представляете, конфет? Видите, сколько он конфет успел собирать. А вот и кексик. Это то, что мне нужно. Так, на, получи. Бам-бам. То, что удары бесплатно, удары. По челюсти. Прям причем буквально. Без регистрации СМС. Два удара, третий в подарок. Да вроде 58, вроде насобирал кучу. Вроде как отхилился, взял кексик. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. И мы идем, чтобы на костыля скелетом. Да-да, нет-нет. Ай! Блин, что-то я заговорился. Меня тут на меня напали скелеты. Но. Два удара, третий бесплатно. Акция пока что работает один день. Забирайте. Держи. Сейчас все косточки тебе пересчитаю. Буквально. Это же лампочка. Тут есть лампочка, то есть неписи. Блин, балдеж. Сейчас, погодите. Давайте мы зону зачистим. Для начала. Так. Ну, я получаю. Подбихло. В солнечное сплетенице. Бам-бам. Нет, вот конфет пропустил. 77. А кексика мне не дали. Это прям печально. Так, иди сюда. Ты скелетоподобное создание. И ты тоже иди сюда. Сейчас будете косточки собирать. О, там что-то появилось. Что это такое? Это можно использовать? Я не знаю. Оно светится иногда. Но когда нажимаю использовать, оно перестает светиться. Странно. Странно, какая-то хрень. Это статуя краткого изродованной или что? Без понятия. Но у меня тем временем 85 конфеток. Ну-ка, давайте поговорим. Краткий, привет! У меня есть просьба к тебе. В последнее время мой дом стали окружать призраки. Можешь отогнать их от меня, а лучше избавься от них. А? Ну, я думаю, это значит да. Спасибо. Воу! Подождите! Обалдеть, нифига не меня окружают. Задели, блин, у меня последняя жизнь осталась. Как? Они жесткие. Надо вот отбегать, когда они кучкуются. Фух, разделался. Раз у меня последняя жизнь. Мерзкие призраки, ну а чё вы хотели? Хэллоуин, жутко, страшно, сказочки. Привет. Вау, это было потрясающе, огромное спасибо тебе. Держи эту шестеренку, думаю, она тебе еще пригодится. Опаньки. Спасибо. Удачи в пути. Так, а можете в гости зайти? Чай не то попить. На чай-то пригласи. Ладно, у нас есть шестеренка, куда ее пихать, без понятия. Может, какой-нибудь мостик опустить, должен быть какой-то механизм. Вот эта вот странная штука тоже. Но не активная особо сильно. Кексик вижу. Давайте лучше сначала кексик возьмем, чтобы не умереть нечаянно. Да в смысле? О, я кнопку перепутал. Я вместо удара нажимал хоть на Z, на использовать, и поплатился жизнью. 91. Балдеж. А что дальше делать? Подождите. А, нет, там же дальше было это. Ну, пушка. И здесь она есть. Давайте сюда сначала. И сразу скелет, и сразу кексик. Ой, так, я опять кнопку чуть не перепутал. Эй, любители кексов. Я забираю его. Ваш кекс теперь мой. Бу-га-га. Мне нужен ваш кекс, сапоги, мотоцикл. Блин. О, это кто такой? А, это курасан. Балдеж. У него что, своя хата есть? Нифига, он в таком прикольном домике живет. Еще и колесо обозрения, чертово колесо. Жесть-то какая.
Так, это что? Это просто типа корзинка или это что-то означает? Может, какой-нибудь поверап? Короче, нашел корзинку. Нашел чертово колесо, нашел курасанчик. Привет. Краткий, здорово. Слушай, ты же заметил кучу скелетов на островах, да? Будь другом, избавься от всех скелетов, пожалуйста. А я взамен что-то дам. Что-то я не знаю, что это, но уверен, это что-то ценное. А то из-за этой рухляди мои аттракционы совсем никому не будут нужны. Ярмарка разорится. Остался один скелет. Балдеж. Я почти всех убил, кстати. То есть это все его карусельки. Блин, я же его друган. Может, он и прокатиться бесплатно даст? Почему бы и нет, да? На, тупой скелет. Все, всех убил. То есть получается, что больше нет скелетов. А вот сюда, наверное, и нужно вставлять шестеренки, да? Да, вот одну вставил. Нужно еще два. Одна, короче, шестеренка есть у круассанчика по-любому. Второй где-то еще нужно будет найти. Что-то есть еще. Вау. О, кексик! Все, вся жизнь все восполнил. Блин, музыка прикольная. Па-па-па-па-пам. Па-па-па-па-пам. Балдеж, ну все. Больше здесь ничего нет. Блин, классно. Ну, типа, игрушка такая прикольная, на самом деле. Позитивные, но немножко мрачные. Все-таки Хэллоуин, все дела. Ты избавишься от всех скелетов. Избавился, держи шестеренку. Думаю, она пригодится тебе, чтобы отпустить тот мост. Тарам-пам-пам. Ну да, допустим, но у меня только две шестеренки. Где нам третью найти? По-моему, там была еще одна пушка, да? Вон она, вон она. И вот именно здесь мы найдем еще одну шестеренку. Методом исключения там должна быть эта вилка, да? Скорее всего, где-то. Так, у нас кексик... А не вилка, а этот. Нож. Ножик. Найф. Собственно... Кексик пока трогать не будем, потому что у нас все нормально. По здоровью, да? Краткий, это ты, привет. Слушай, какого фига мой дом находится вдали от всех островов, а? Эта пушка уже третий раз разносит мой дом. Какого хрена? Чтобы загладить эту оплошность, можешь принести мне корзинку с конфетами, которую я потерял вчера. Я ее, кстати, нашел. Что? Она уже у тебя? Спасибо, держи шестеренку. Не знаю, зачем она тебе, но думаю, пригодится. Тарам-пам-пам. Балдеж. Ладно, заберем, чтобы шибить. И чтобы потом не возвращаться. Тарапапам. И гвоздь номера Кроки. Который очень грациозно и артистично делает пируэты в воздухе и приземляется на свои две лапы. Это лапы все-таки или ноги? Как вы думаете? Пишите в комменты. Всегда думал, вот всегда вот гадал, Кроки, он же не человек, поэтому это не ноги, это скорее лапы. А с другой стороны, это человекоподобная буква. И краткая. Получается, что это ноги. Короче, непонятно. Ваше мнение в комментариях, друзья. Ноги это или лапы? Так, так. Есть, балдеж. Скелетов, по идее, больше нет. Поэтому мы как бы вышли из зоны боевых действий. Но, возможно, меня ждет босс какой-нибудь. Или нет? Я все это время шел в кафе у Краткого. Ха-ха. И вон наш логотип на этом шесте. Смотрите на столбики. Возможно, он что по ночам горит. Красивенько. Тарам-пам-пам. Где я? Что это за странное просто... О, что-то жутко. А что тут так жутко? Глаза какие-то. Исчезают причем. Пропал ребенок. Зовут Антон. Последний раз видели на улице Ленина, 38. Ходит в оранжевой футболке с рисунком собаки и синими джинсами. Рост 172, без очков, карие глаза. Если вам известна какая-либо информация, пожалуйста, позвоните по номеру 7 и там что-то еще. Он какой-то жуткий, да? Что за звуки? Блин, в 12 лет рост 172? Жесть! Я в 12 лет, у меня был рост, не знаю, 150, наверное. Я только-только расти начал. О! Я даже не вижу. Ты не остановишься на этом. Я заставлю тебя остановиться. Это кто там?
У меня нет сил противостоять тебе. Пока что. Блин, он все это время болтал? Ты заплатишь за все, что сделал с нами. Беги. А почему он говорил, пока я читал? Слушайте, это как, по-моему, какой-то недочет. Беги, не хочу, буду стоять на месте. Ладно, побежали. Чё за крепота началась, в смысле? Я же в кафешку пришел. Да, было жутко. Летучие мыши всякие, я понял, там, тыквы и прочее. Ну вот это! Я как будто попал во... Ну вот это жесть! Это ёшка была! Ёшка! Ха, что это? Уже узнаю некоторые арты Аникеева. Может, это пасхалка? Типа, с Хэллоуином вас? Да, блин, это было стрёмно, серьезно. Внезапно. Но он так сидел в офисе, как будто это вот это место будет в какой-то игре. Может, это небольшой спойлер второй части краткого? Что мы прям будем вот так вот сидеть, смотреть в разные стороны, все будет такое тоже нарисованное в стиле краткого, но как будто бы объемное, то есть мы будем прям смотреть вокруг себя. Или это просто сделано для прикола, фиг его знает. Ну, красиво. Пару скримаков в финале, это прикольно. А вот, ждите продолжение в «Три ночи с кратким 2». Скорее всего, это какая-то пасхалочка, ссылочка на продолжение, такая затравочка. Где, возможно, ёшка, который сейчас только что нас напугал, возможно, он или она будут иметь какое-то место в сюжете второй части. Короче, такие дела. Такая вот коротенькая игрушка, надеюсь, вам понравилась. Ссылочка в описании под видео есть на эту игрушку. Можете скачать, поиграть, поддержать разработчика, поставить лайк. Все-таки это наши разработчики на пленке, и все тестеры это тоже разработчики из нашего FNAF-комьюнити. Друзья, поддержите ребят, они делают хорошее дело и стараются. На этом все. Ставьте лайкосик под видосик, непременно вступайте в группу ВКонтакте, и, конечно, подписывайтесь на мой канал, на Телеграм-канал, на Дзен, все ссылочки в описании есть. Всем желаю хорошего настроения и позитивчика. Всем пока-пока.